Катя отбросил. Знаешь, у двери отдыхает. Я тоже сюда решил прийти, вот там, на кухню. Всем привет, друзья. Как выгляжу? Простите меня за внешний вид. Я еще с утра не расчесывалась. Я варю там суп. Готовлю есть, короче. Сейчас буду попозже делать макароны. Не надо смородину красную оборвать, крыжовник. Так. Ну, наверное, воды натаскать, искупаться, что-нибудь такое, привести себе в порядок. Жарко очень. Что я хотела поговорить? Мне приперло, как говорится. На какую тему? Вот некоторые говорят там, ну, про катаклизмы, я там некоторые смотрю передачи, некоторые люди вот говорят, ой, да не обращайте внимания, все будет хорошо, там все такое, и будет еще лучше там, и все такое. А я вот считаю, что люди, как маленькие дети некоторые ведут себя. Они вот, я спряталась, я в домике. Я ничего не вижу, ничего не замечаю. У них как душа вот ребенка, и они не замечают то, что происходит в мире. А нельзя так. Это мое мнение. Я никому его не навязываю, еще раз. Без осуждений. Я считаю, что... Как объяснить? Нельзя не замечать вот все, что происходит в мире. Мало ли, вот сегодня ты говоришь, просто планшет тяжело, ужасно. Бежать трудно. Руки устают. А сегодня ты весел, радостен. И вдруг внезапно у тебя что-то такое, какие-то катаклизмы или что-то. И кто-то ближайший там где-то скажет, да, ничего страшного, все будет хорошо. И так нельзя, мне кажется, что, типа, я в домике, я спрятался, я ничего не замечаю. Все существует, то, что... Не надо закрывать глаза на то, что происходит в мире. Сегодня, как говорится, это так, а завтра может и любого человека коснуться. Действительно, климат меняется. Действительно, происходят странные вещи. Действительно, мне кажется, это всех нас касается. Но это только мое мнение. Я не запираюсь от этого, не говорю, ой, все будет хорошо. Дай бог, если все будет хорошо. Дай бог, если нас не коснется. Ну и то, что происходит, я не могу сказать, ой, ничего не происходит, я ничего не видела. Я в домике. Ну это только мое мнение. Не осуждайте меня, ради бога. Я никому его не навязываю. Но я не закрываю глаза, не могу закрыть глаза на то, что происходит. Мне иногда очень жалко, сколько катаклизмов, там бедствий. И все, что происходит. Сижу, работаю, друзья. У меня там суп варится. Сейчас попозже макароны сделаю с подливкой, с мясом. Делаю одновременно, ну не знаю, как, если получится, 4 иконы. Как бог даст. Хотя бы 2 пока. Видно будет, в общем. Сижу потихоньку, работаю, работаю. Ладно. Всем пока.